Более 100 раз спасатели на востоке страны с начала сезона выезжали на пожары. И чаще всего в дачные массивы. Они, говорят огнеборцы, словно пороховая бочка. Садоводческие кооперативы превратились в жилые микрорайоны. Еще там много заброшенных дач, куда жители складывают скошенную траву и мусор, превращая их в стихийные свалки. Специалисты по ЧС говорят, что необходимо ужесточить наказание и прописать в жилищном законодательстве ответственность жителей таких кооперативов и товариществ. За допущенные нарушения 4 гражданина были привлечены к административной ответственности по статье 410 и 336 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Напоминаем, что в пожароопасный период строго запрещено сжигание травы, разведение костров в лесах и неосторожное обращение с огнем.